привет! У меня появился новый пылесос. Пылесос Kärcher, он беспроводной и работает от аккумулятора. Выглядит он вот так. Сейчас покажу поближе. Полное название модели написано вот здесь. Я им пользуюсь уже больше месяца и могу поделиться первыми впечатлениями. Во-первых, мне очень нравится его дизайн. Я об этом говорила еще в распаковке. Пылесос стильный, минималистичный, красивый, в нем нет никаких лишних деталей, и это круто. Во-вторых, у него нет проводов. Я просто фанат беспроводной техники и уже не представляю, как можно пылесосить квартиру этим старым проводным огромным пылесосом. Он тяжелый, его приходится таскать за собой, спотыкаться провода, и еще он занимает много места. Мой беспроводной Kärcher очень легкий. Настолько легкий, что во время уборки я успеваю попить кофе, потому что держу пылесос одной рукой. И это, кстати, третий плюс. Четвертый плюс. Пылесос занимает мало места и компактно хранится. В комплекте у него есть парковочная станция, на которую он устанавливается и стоит самостоятельно. И важно, что для хранения пылесоса не нужно делать дырки в стене. Это очень удобно, потому что при необходимости пылесос можно просто передвинуть на новое место. Пятый плюс. Самое главное в пылесосе. Он мощный и хорошо собирает мусор. На основной насадке у пылесоса установлен специальный валик, который отлично собирает весь мелкий мусор. И даже глиняный наполнитель, который разбрасывает по всей квартире наша кошка. Еще классно, что в комплекте с пылесосом идет две насадки, которыми можно пылесосить мебель, машину или, например, пыль под холодильником. Итак, вывод. Первое впечатление от этого пылесоса у меня только положительное. Это уже не первый наш беспроводной пылесос, предыдущий был слабенький, поэтому мне есть с чем сравнить. Полный обзор со всеми плюсами и минусами я сниму спустя несколько месяцев использования. А пока пишите ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.